В магазин электротоваров инвалид-колясочник из Среднебелой вот уже третью неделю ездит как к себе домой. В середине мая за 30 тысяч рублей купил здесь компрессор для покраски тяжелой техники. Не прошло и двух месяцев, как тот сломался. Искать правды мужчина решил в магазине, а уже оттуда его отправили в сервисный центр. Сказали, что мы якобы сами его вывели из строя, гвоздик вставили и тому подобное. Но мы этого не делали, так как нам нужно работать, и на это времени нет. Ну, так как не было запчастей, они нам дали выписку, по которой компрессор будет исправен до неопределенного срока, либо 42 дня. Полтора месяца сидеть без работы Алексей не пожелал. Вновь обратился в магазин. На этот раз с претензией и требованием поменять сломанный агрегат на новый. Бумагу и компрессор в магазине приняли. Вот только ответа в установленные сроки не дали. За ним мужчина решил приехать сам, но никаких объяснений снова не получил. Зато ему сунули документ, мол, устранят неполадки в течение 42 дней. У них все законно. Виталий, у вас на руках, пожалуйста, Роспотребнадзор, защита прав потребителей, сервисный... Как раз-таки в отдел по защите прав потребителей Алексей пошел. Там пояснили. Компрессор, он не попадает в перечень технически сложных товаров, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. На основании этого потребитель имеет право самостоятельно, сразу потребовать одно из выполнения условий, то есть проведение либо гарантийного ремонта, либо произвести замену данного товара некачественного, либо вернуть за него свои денежные средства. Любой суд признает, правда на стороне Алексея, но дойти туда незадачливый клиент не успел. После звонка специалистов в магазин компрессор вернули в тот же вечер. Да не один, а с гарантийным талоном на 2 года. Кристина Добровольская, Юлия Мишернова, Андрей Белый, программа «Город».